всем привет, с меня Александр Сучков, и сегодня мы играем в нашу игрульку под названием CSGO, ребят. И вы не поверите, но я опять же купил новый скин АВП Азимова. Точнее, не купил, но почти что. Я, ну, можно сказать, что купил. Ну что ж, в этом скине, ну, так-то ничего такого интересного нету. Просто скин как скин. Вот и все. Что такое? О, все. Так, начался наш раунд. Так, давайте возьмем нашу АВП Азимов опять. Мы берем наш АВП Азимов. И можем мы уже убивать их, гадов этих. Сейчас. Так, окей. Мы продолжаем. И опа. Азимов. Крутой ты какой сегодня. В общем, выпал он мне совершенно случайно. Я вообще просто был на сайте скинов и решил, ну чё мне там думать, нафига мне 4 скина только, хотя 3 я покупал, ну ладно. Зачем мне вообще это нужно? Зачем мне, я говорил то, что я больше не буду покупать скины? Это же все неправда, потому что скины я реально покупать буду. Потому что, вот, смотрите, я уже купил опять АВП Азимов. Идеального качества. Он у меня обошелся, конечно, дешево. Я не скажу цену. Но дешево, ребят. Да уж. Ну, так. На этом, наверное, все. Я купил себе АВП-шку и все. То есть теперь у меня хоть что-то красивое есть в игре. И это круто. Да уж. Вот так надо тащить в игре. Так. Я хотел еще выпустить видео с видеокамерой. С веб-камерой. Но что-то я никак не могу до нее добраться. Так. Блин, случайно не попал. Сейчас попадем. У нас есть наша ЮСП, которым мы спокойно можем вооружиться и пострелять. Да уж. Игра, конечно, очень крутая. Да уж. Ну что ж, у меня опять Азимов есть. Но тут я узнал про одну новость, которая реально меня заинтересовала. Один мой друг рассказал мне то, что можно скины с другого аккаунта перевести. И, конечно же, я, ну, порадовался, наверное. Хотя я знал то, что их можно переводить, но как-то не задумывался об этом. Потому что, ну, как бы, я был занят другим, созданием нового аккаунта, покупки всякого, всякой хрени на аккаунт. Поэтому я как-то не задумывался об этом. Но ведь правда, можно же перевести на другой аккаунт. Но есть новость еще круче. Это то, что мой магазин снова работает. И это, конечно же, круто. Так, окей. Так, и третья новость. Это вот то, что аккаунт мой все-таки можно опять заново включить. И все сделать. То есть сервера все работают, они опять на максимуме, как видите. То есть реально разбанить свой аккаунт возможно от фагбана. То есть я уже попытался, у меня не получилось, но это возможно. Ну, конечно же, это было, ну, понятно, что это все-таки можно как-то сделать, поменять там IP или типа того, но как-то я об этом не задумывался тоже. Так, теперь надо кого-то ножом убить. Все-таки я хотел опять дойти до глобала, хотя я уже почти глобал. Я уже почти маршал снова. Опс, не попал. Опа. Все. То есть вот так вот просто можно убивать игроков. Ну, в общем, что я вам могу сказать? Боты опять круче всех играют, как читаки. Ну, стало после того видео, последнего про КС-ку, стало очень много фейков ботов делается. То есть, вроде человек играет настоящий, а ник у него как у бота. То есть, написано бот и типа того. Дофига на моем сервере и, наверное, на других серверах стали такие вот боты появляться на картах.
Это, ну не знаю, неудивительно, конечно, но все равно. Интересно, зачем вам это нужно? Ведь на моем сервере же понятно, что половина ботов читаки. Ну, в смысле, они не читаки, конечно, но играют они, конечно, как читаки, потому что они играют вообще как профессионалы. Так что некоторые читаки взяли просто и сменили свой ник, например, там, с какого-нибудь читера на обычный, там, например, бот Фрэнк. И стали они, типа, ботами. А ведь ботов, чё их банить-то? Боты как боты. Их хоть бань, хоть не бань, все равно они не люди. И все равно они будут возвращаться. Да и забанить ботов как-то нельзя. Потому что это же боты сервера, вы что? Если вы их забаните, то на сервере почти, практически не будет людей. Но люди все-таки играют. И играют. Ну, в общем, ребят. Свои скины я восстановлю в следующем видео уже. Потому что мне уже надоели эти скины. Все это возможно. Я наверное, в следующем видео все-таки даже скину видео, как это все изменить. То есть перекинуть все. Если, конечно, смогу. Но перекинуть можно все это сделать. Можно. Это, в общем, реально, конечно же. Все свои скины перекинуть в другой аккаунт. Но я все-таки не буду перекидывать, а просто вот. Так как я АВП уже перекинул. Давайте все-таки я попробую разбаниться еще раз от Вагбана. Если получится, то не придется, наверное, перекидывать. Так как. Сейчас я вам расскажу правду. Так как у меня на самом деле Steam аккаунтов, ну, конечно же, не два. Это уже и так понятно. У меня их где-то, ну. Сейчас посчитаю я даже. Ну, вообще-то было у меня сначала 8 аккаунтов. Так как на всех аккаунтах не помещались оружие из кейсов. Потому что я кейсы до хренища покупал, я потратил где-то. Ну, если посчитать. То где-то я, наверное, ну, не знаю, миллион, наверное, точно потратил, ребят, на все эти кейсы. Но еще так как у меня были там скидки, и покупал я, так как половина оружия у меня были не из кейсов, а купленные, поэтому, ну, как-то дешево мне все это обошлось. Но, ребят, ну, у меня дофигища аккаунтов на Стиме, просто вы их не знаете. Потому что у меня есть Нубас Ультра, Нубас Про, Нубас 1, Нубас 2, Нубас 3, да фигища аккаунтов. Теперь еще Алекс Нубас, это мой первый, ой, сейчас, Алекс Сучков, это мой первый аккаунт, на которых все скины такие вот, на которых я снимаю видео. Теперь у меня появился второй вот этот аккаунт, на котором я тоже сейчас снимаю видео, это Нубас Алекс Сучков, ну, вот как-то так. Остальные аккаунты это просто были для хранения кейсов. Вот как-то так. То есть, это все реально, наверное, все сделать. Так как те оружия, которые не такого идеального, не идеального качества, не прямо с завода, я их сразу уже продаю на рынке, в магазине. Как-то так. Ну а такие качества я, конечно, для вас оставляю, чтобы снять об этом видео. Так как у меня уже АВП Азимовов идеального качества, где-то я не знаю, сколько штук уже появилось. Ну, в общем, ребят, я все попробую, я не просто же так перевел уже АВП-шку Азимов, просто так, чтобы сказать то, что все-таки возможно это сделать, и это реально, все-таки играть я тоже буду, наверное, круче, наверное, скоро. Так. Ну, а АВП-сервер я, конечно, не просто так включил, потому что я хотел вам показать еще, как я играю круто с этим всем. Вообще. Так, вот мой АВП Азимов. То есть он идеального качества, можно сказать. То есть, вообще, он самый лучший. Так, давайте-ка. Давайте еще раз попробуем что-нибудь сыграть. То есть, я переведу в следующем видео уже на нормальные, наверное, скины уже. И буду играть с нормальными скинами, как нормальный, ну, не читерский пацан. Ну, ребят, все-таки не знаю, продолжать ли мне играть с читами, я не знаю даже. Может быть да, может быть нет. Хотя хрен знает.
возможно, я опять буду читерить и играть с читами. Но это все не знаю, будет ли этого или не будет, но возможно будет. Потому что читы у меня остались на АКшке. Не верите, я вам могу все показать. И если у меня есть админка, вот смотрите, у меня осталась админка. Вот смотрите, что я могу себе. Ну, как всегда, смотрите, вот, давайте отойдем. Вот так, вот я могу начитерить. То есть любое оружие я уже могу начитерить, это 100%, ребят. Читы. Читы тоже работают, ребят, вы не поверите. Я тоже могу опять играть с читами. И, ребят, никому меня, короче, не забанить, потому что я все равно попытаюсь сейчас сыграть. Да. Через стенку хорошо, конечно, пробивает. Отлично. Нет. Да, вот так. Ну, в общем, все читы работают, все отлично. И меня не напугать всякими другими читами, то есть, ребят. То, что это был банвак, это все временно, потому что по-любому я буду дальше, наверное, читерить, потому что так же, как наказание читеров, читеры так и остаются читерами. То есть ничего не изменяется, как бы. Изменяется только что, то что... Короче, ничего не изменяется. Так и остаются читеры читерями. Да уж. Да уж. Да. Всех убил. Вы мне даже не попали. Вообще. Ну что ж. Читы у меня все работают, а имчик уже есть, все заканчено. Ой-ой-ой. Ну-ка, давай. Посмотрим, как ты убьешь меня вообще. Опс. Да, это все-таки, ребят, это все-таки проблема с ботами. Это я не знаю, как это даже изменить. Ну что ж, ребят, теперь я могу опять спавнить. Вот я наспавнил. Я. АВП Азимов. То есть, ребят, все проблемы с ботами, это обращайтесь к ботам, не ко мне. Я их не делал. Самих ботов. Я их не настраивал, я только сделал, чтобы они стреляли куда надо. Я их не настраивал, чтобы они там супер игроками были или типа того. Они спавнятся рандомно. От изи ботов до эксперт ботов. И еще есть собственные мои боты, которые реально очень даже крутые. И у них ранг, не ранг точнее, а вот сам, как их так назвать-то, вот этот ихний уровень, который эксперт, там круче, там даже написано читер. Читеры убивают через стены, у них бесконечные патроны часто бывают. Иногда бывают бессмертными, ну типа того. Это всего лишь боты, ребят, не обращайте на них внимания. И у них бывает все это, ну, наверное, один раз в раунд вообще. Ну, ребят, если вас убил бот через стену в хедшот, и вы стояли хрен знает где еще, как, где вас вообще никто не мог заметить, это проблема не в сервере, не в боте, то, что он там читер или типа того. Ну, точнее, да, он читер, но... Ребят, это всего лишь бот, так что он иногда лагает, и если он был изи, то если он станет читером и убьет вас через стену, то, ребят, не обижайтесь на него, это все, всего лишь бот. Потому что, я не знаю, какой смысл кикать ботов. Вот вы, вас убили через стену, вот бот вас убил через стену, например. Был у меня такой случай несколько дней назад. Убил игрока бот. Он на него сразу стал жаловаться, типа, что за хрень, что за бот, зачем он меня убил через стену. И начал его, короче, банить. Но не кикать, а банить. Но тут сразу я сказал ему то, что как-то... Как ты вообще собираешься забанить ботов? Вместо этого бота придет другой бот. И типа того. Потому что ботов, ну, вообще нельзя забанить. Их только можно кикать. Как-то. Так. Поэтому, я не знаю. Потом он обиделся и, короче, ушел. Потому что реально, если вы там тащите, всех убили, остался один бот. И вы его хотите убить, а он неубиваемый, например. Он с бессмертием один раунд. Ну, ребят... Конечно, это охренеть, как сложно его будет убить. А ведь вы тащер, вы остались одни в команде, и команда вас верит. Как его убить? Ну, ребят, если вы играете на моем сервере, то вы знаете, то, что ботов с бессмертием, ну,
практически нельзя убить. Конечно, бывают такие случаи, они, конечно, бывают, но иногда. Что когда-то все-таки простреливается, если их дофига еще раз стрелять. И все-таки они как-то уж допростреливаются, боты с бессмертием. Ведь бессмертия у ботов не бывает. Я все перепроверил. Вот вы мне писали в комментариях, что у тебя за боты на сервере, которые с бессмертием. Это я неделю назад выпускал видео. Вы мне такую хрень написали. Ну, ребят, у ботов не бывает бессмертия. У них только дофигища хп. Могут просто глюк быть. Потому что, ну, ребят, как-то так-то. Я все проверил. Бессмертия у ботов ни одного не нашлось. Только у них такой бывает скачок хпшек. То есть, если у них 100 хп, у них может быть скачок, и у них вдруг 9999 хп. И их очень, конечно, сложно убить. И практически невозможно. Такие случаи я вам расскажу в следующем видео про читерских ботов. Но, ребят, это все-таки мой сервер. Простите этих ботов. Это бывает всего лишь один раз в раунд за весь матч на сервере. Так что, ребят, ну... Не обижайтесь на ботов, это всего лишь боты. Да, и кстати, ботов я убирать сервер не буду, потому что на сервере хоть и мало играет людей, но все-таки боты делают так сервер, то что реально кажется, то что сервер полностью заполнен. Хотя там играют на сервере, ну, человек 5 может. Может 10. У меня самое максимальное количество людей, которая играла на моем сервере, это было где-то, ну, может быть, 12 человек. Это максимум на моем одном сервере. То есть, вот как-то так. То есть, люди как-то по очереди, можно сказать, заходят, но сервер постоянно работает. Люди постоянно на них играют и играют. Ну, еще один минус на сервере, то, что я иногда первый сервер закрываю, чтобы снять свое видео. Типа там... Выживание с ботами и типа того. Это я выключаю сервер, поэтому как бы таких вот нету людей, которые постоянно играют и вообще не выходят из игры. Да, такого у меня не было, чтобы 32 человека на сервере были. Максимум 12 человек, все из людей. И вот еще дополняют игру боты, которые реально спасают сервер, чтобы на него хоть кто-то заходил, потому что он полный. Но, наверное, не каждый игрок, не каждому игроку нравятся сервера, где дофигища людей. И его каждый день, точнее, не каждый день, а каждый раз убивают. Да, это не прикольно. Поэтому, ну, я не знаю. Мне такие серверы тоже не нравятся. Хотя я на них только что играю. То есть, в данный момент на моем сервере, вот я сейчас снимаю видео, на данный момент реальных людей здесь играют где-то 3 человека. То есть, я и 2 человека. Все. Потому что сейчас как бы уже где-то 3 часа дня. Ну, не часто тут, конечно, людей увидишь, но они все-таки заходят. Сервер, еще раз говорю, то что он не накрученный никакой, то есть накрутки на сервере нет, чтобы там у него было дофигища там, фанатов на этом сервере. Нет. Люди, если хотят играть, они заходят в поиск, вбивают там какой-нибудь... поиск серверов, и на одном из сайтов, может быть, не на первом, но все-таки появится моя ссылочка на мой сервер, или точнее 10 серверов, которых у меня есть в разных играх. Но вообще у меня в CS GO где-то, ну, можно сказать, 3 сервера только рабочих, точнее рабочих у меня только 2 сервера, один в данный момент находится в разработке, там мы обновляем, у нас что-то там слетело базы, потому что у нас все сервера не одинаковые. У нас есть обычный сервер, еще один обычный сервер, и сервер, на которых типа Кнайфа, типа АВП, такие карты, то есть обычных там нету карт. И играются там типа, ну, не знаю, турниры там проходят иногда. Но вот как-то такой сервер. А 2 сервера, они обычных, вот сейчас тот, кто... тот, который третий, который Кнайф и АВП, он сейчас находится в обновлении, потому что там что-то залагало, реально все глючит там, и играть там невозможно. Точнее, вообще невозможно, там хост не работает. Вот как-то так. Так.
так как-то. Опа. Вот так вот надо убивать, чтобы у вас никто не попал вообще. О, Азимов, круто. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. И, короче, ставьте лайки, конечно же. И подписывайтесь на мой канал Нубас. И что же я хотел еще сказать? И еще я вам хотел сказать, почему меня постоянно убивают. Потому что, ну, реально, ребят, тут такой вот сервак. Ну, в общем, заходите на мой интересный сервер. Сейчас давайте сделаем кое... Вот смотрите, сейчас меня убьет бот. Вот, все. То есть, вот бот меня убивает. Это понятно, да. Вот. То есть, боты, как бы вам сказать, работают, можно сказать. То есть... Из всех игроков вот эти вот только двое играют, вот эти, которые ходят. Остальные это все боты, но на ботов, конечно, не дофига, но, ребят, все-таки прикольный сервер, заходите, мы как бы читеров не баним, мы иногда их только троллим и типа того. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сучков. И всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео и всем пока.